Привет, народ! Ровно год назад я закончил обучение в одном из московских вузов на факультете журналистика. И в дипломном задании мне попалось выполнение социального опроса на тему Дня защитника детей. Во время опроса мне попался один из просто удивительных персонажей, которых вы вряд ли встречали. Эта семейка — это просто что-то. Сейчас я вам покажу, все расскажу, все поведаю. Поехали, поверьте, вам будет интересно. Так, все, камера нормальная, освещение хорошо, горизонт там не завален, ничего. Так, начнем сейчас наш обход, короче. Пойди. Ведь ходят всякие тут, хер поймешь. Так, ладно, продолжим. Камера не завалена, ничего, да. Мужчина, извините, здравствуйте. Да, можно минуточку вашего внимания? Конечно, можно. Канал Family TV, проводим опрос на тему «Счастливая семья в преддверии Дня защитника детей». Скажите, каково это быть отцом? Это действительно ответственность. Это прекрасное чувство быть отцом. Некий ребенок – это прекрасное ощущение. Ничего не приятного. Скажите, а как вы подходите к воспитанию вашего ребенка? Показываем ему наши мультики, чтобы не было ничего иностранного, не было ничего насильственного. Чтобы малыш рос хорошим и добрым. Скажите, а часто ли ваш малыш шалит и делает всякие глупости, шалости? Как же без этого? Малыши все шалят, они очень подвижные, активные. Им нужно все время ухаживать, приглядывать за ними, чтобы они никогда не влезли, ничего не творили. Как же без этого? Скажите, а можно взглянуть на вашего сорванца? Да, конечно. А где ребенок-то? Пойдем, я знаю, где его искать. Часто он у вас так убегает? Да случается, малыш-то активный. Я смотрю, он у вас тот еще шалун. А что поделать? Ребятки, молодые детишки, они же зарняки. Опять же свое? Сколько раз тебе говорил, не красился кошелек. И где подарок матери? Но, пап. Что но? Я и тебе взял. А он что, вот еще и пьет? Ты кто такой? Сынок, репортер. Ваша семья — это что-то. Я сделаю из этого сенсацию, это будет бомба. Тебе сенсация и бомба, а нам бы. Без проблем. Сейчас. Так, а где мой кошелек? Да, горизонт не завален, все хорошо у нас. Ага. Извини его. Ну, пойдем. Пойдем. А расскажите самый яркий момент в вашей жизни. Да, все было опять. Помню, было дело. Вставай. Ты историю-то слушать будешь? О, сейчас расскажу, как мне сынуля машинку подарил. Машинку? Да слушай, слушай. Я в детстве подружился с сигаретой, бывало, по карманчикам шмонал, и папа ремешком лупил за это, но я тайком, как прежде... Алло, кабан, товар у меня. Встречаемся на том же месте. Понял, через час буду. Что тебе, малой? Дядя, там колесо спустило. Твою ж мать, как не вовремя.
что ты брешешь? Нормальное колесо. Он что, машину угнал? Вы понимаете, кого вы растите? Он вырастет конченым дегенератом и бандитом. А знаете, что с ним будет потом? Он просто сядет. Он у меня за спиной? Ты помоешь тебе подарочек? Да! Сынуля! Алло, кирпич? У меня тачку угнали. Так что для тебя есть работа. Алло. Работа? Нормально, чё. Ладно, ты скинь мне сягу, хоть посмотрю, как он там выглядит. Давай. Это мы уже полтора месяца пьем. С этой семейкой надо что-то делать. Нет, я знаю, что я сделаю. Звоню-ка я в органы опеки. Они решат там этот вопрос. Опа! Чё, заблудил? Да что-то сеть не ловит. А чё за мобил? Да обычная мобила. Дай посмотреть. Ну... Чё ну-то? Да дай посмотреть. Так это ж ты! Не трожь! Надеюсь, я убежал от них. Позвоню-ка я в полицию. Так ты куда побежал-то? Так за добавкой. Так я уже взял. Стой, а где папаня-то? За хлебом пошел. Блин, да где его черти носят? Угор, братан, помоги, я... Ногу не чувствую. Так у тебя ее нет, вон она.
Ты меня выручил, конечно, сегодня. Я тебе еще покушать принес. Слушай, всегда было интересно, откуда такой маленький ребенок, как ты, берет деньги? Так я папину тачку продал. Продал? Ну да, продал. Че, как обычно? Да, малый, деньги на счет кину. Алло, Бугор, я твою тачку нашел. Упустил! Алло! Хоть каждую хату мне тут переройте, чтобы завтра он был у меня. Че, картошку надо? Нет.
Фу. Алло, Бугор. Нашли наконец-то твоего персонажа. Да. Алло, Бугор? Да. Я слышал, вы малого брать едете? Да, едем. Осторожней, братан, не забывай, что он со мной сделал. Ты не парься, со мной Вася лютый. Ё-моё! Вытереть не забудь потом. Так, ну машину ты продал. Покушать ты купил. Остальные деньги ты куда дел? Жертвую в приют для бездомных животных. Как-то раз прогуливаясь, я наткнулся на маленького щеночка. Было видно, что он породистый, и кто-то его попросту выкинул на улицу. Мне стало его жалко, но папа не разрешил взять его к себе. Поэтому мне пришлось отнести его к ближайшим гаражам, где периодически я его подкармливал. И в итоге он стал там настоящим сторожем. И вот спустя год я проходил мимо, и на меня напали. Не успел понять кто, потому что ударили в затылок, когда я открыл глаза и увидел, что пес ценой своей жизни спас меня. Как пойду открою. Вытри! Ну и чё? Стоила эта машина вашей жизни? А ты чё такой спокойный? С отцом твоим уже разобрались. А где папаня-то? За хлебом пошёл. Папе привет. Ничего личного.